Всем привет! Меня зовут Маша, и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах из секонд-хенда. Сегодня начну с мужской куртки от коллаборации бренда North Face и бренда Braindead, если верно произношу. Качественная, теплая, хорошая вещь, наполнитель здесь натуральный, это пух-перо. Мне понравилось, как куртка выглядит, я бы сама такую носила, несмотря на то, что она мужская. На куртке немалое количество различных надписей, названий брендов. Я не скажу, что она смотрится чересчур броской, возможно, из-за спокойного основного оттенка. Цена меня ее смутило, 2700, несмотря на то, что она стоит, конечно, явно дороже, даже на сайтах перепродаж ее находила, но все равно за 2700 я ее не готова купить. Бомбер от масс-маркет бренда в размере S понравился мне цвет, очень нежный, сиреневый. Бомбер стеганый, но стежка не явная, больше как просто узор выглядит. Крупные накладные карманы, отличная вещь, вот даже сейчас можно надевать. И для весны он хорошо подойдет. Размер в принципе мой, и по рукавам, по плечам видно, что он хорошо на мне сидит. Но, конечно, в некоторых местах совсем не застегивается. Покупать я бомбер не стала, даже на будущее, хотя он мне понравился. Цена его в отделе люкс 360 гривен. Если тема секонд-хенда вам интересна, то не забудьте поддержать меня подпиской на канал, поставить пальчик вверх под этим видео, если оно вам понравится. И, конечно, добро пожаловать в комментарии, пишите, что вы думаете о моих сегодняшних находках. Стеганая куртка от бренда Massimo Dutti в песочном цвете, размер здесь указан XL, мне кажется, она мало мерит, я в нее прям с трудом влезла. Стандартная куртка, подобных много попадается мне в секонд-хенде, часто от бренда Barbour. Это неплохого качества, вся фурнитура промаркирована, кромки на рукавах, я так понимаю, из натуральной кожи и состояние куртки новой. Цена в отделе люк 410 гривен. Мужской бомбер в песочном цвете, крупные накладные карманы, тактильно он довольно грубоватый, чувствуется, что в составе есть шерсть, ее здесь 62%, бомбер тяжелый, мне понравилось его качество, я уверена, что он будет очень теплым, как для сезона, на который он предназначен, и состояние абсолютно нового, никаких следов носки нет. Но снова цена, он был в отделе эксклюзив, оказался тяжелым и стоил 1500 гривен. Кожаная куртка от бренда Ashwood в 14 размере. Впервые встречаю вещи от этого бренда. Обычно это сумки, мне неоднократно не попадались, я и покупала их. Здесь качество кожи прекрасное, она плотная, немного грубоватая. Мне кажется, возможно, она слегка пересушена, но все равно качество, конечно, на высоте. Единственное, мне непонятен цвет. По ощущениям, куртка абсолютно новая, но кожа имеет такой неоднородный оттенок. Возможно, это так и задумано было. Куртка тяжелая, стоила она в отделе люкс 1000 гривен. Джемпер от бренда Bottega, не знаю, имеет ли какое-то отношение он к тому самому итальянскому дому моды, я находила бирки только с полным названием, возможно, там что-то другое. В любом случае, джемпер хороший, несмотря на то, что он явно дал усадку от неправильного ухода, все равно на S он неплохо сядет, хотя указано, что это XL. Это 100% кашемир, и цвет очень приятный, такой спокойный, и качество кашемира хорошее. Он очень мягкий и пушистый. Цена джемпера 250 гривен. Кардиган от бренда Prada в 42-м размере. Вещь, думаю, оригинальная, это видно и по бирке, и по качеству исполнения, по материалам. Это кашемир, это чувствуется, но, конечно, вещь явно устаревшая. Мне не понравились эти кармашки, мне не понравилась присобранность на верхней части. Но сам кашемир прекрасен, очень мягкий и нежный. Цена кардигана 1300 гривен.
Рубашка от бренда New Look в 14 размере, красивый цвет, насыщенный голубой. Издалека ткань напоминает шелк, также поблескивает, такой отлив есть, как у шелка. Но это модал с небольшим добавлением полиэстера, тем не менее, мне эта ткань нравится. И в носке она комфортная, к телу приятная и в уходе не слишком прихотлива. Сейчас мне нравится подобное сочетание, это вот белая футболка, сверху какая-то рубашка, это удобно. И на ту погоду, которая сейчас, это просто идеально. Осень в этом году, конечно, радует нас теплом и солнышком. Рубашку я все же покупать не стала, хотя сейчас смотрю, наверное, нужно было взять. Цена ее в отделе люк 180 гривен. Джемпер от немецкого бренда в 38 размере, нежный оттенок, это кашемир, мне кажется, сейчас только в Хумане его можно купить. В обычном весе это очень большая редкость и чаще всего с дефектами, во всяком случае в моем городе такая ситуация. В люксе бывает, но нужно успеть, разбирает его буквально в первые секунды завоза. Джемпер в неплохом состоянии, мягкий, пушистый и качественный. Цена 800 гривен. Блуза от бренда Hugo Boss в насыщенном малиновом оттенке. Блуза с длинным рукавом на пуговичках. Это шелк с небольшим добавлением эластана. Хорошего качества. Мне понравилось, как он струится. Хорошо будет смотреться на теле. Не очень понравилась мне верхняя часть этой блузы. И нашла пару небольших зацепок. Цена 600 гривен. Пижама от бренда Cat Kingston в размере L, это рубашка с длинным рукавом и брюки. Расцветка в стиле этого бренда абсолютно узнаваемая, даже не глядя на бирку, я поняла, что это именно этот бренд. Хлопковая, в меру плотная, состояние новой. Цена пижамы в отделе люкс 380 гривен. Юбка от итальянского бренда Elisabetta Franchi, размер 42, качественная вещь и фасон я подобный люблю, и длина отличная, и расцветка приятная, спокойная. Цены на вещи этого бренда разные, но не скажу, что бюджетные. Выполнена юбка из хлопка с добавлением полиамида, состояние у нее абсолютно новое. Цена в отделе люкс 220 гривен. Блуза от бренда Desigual, размер указан XS, вещь абсолютно в стиле этого бренда, различные надписи, цветы, бабочки, это все вместе. Вещь, конечно, на любителя, но я всегда обращаю внимание на этот бренд в секонд-хенде, мне нравится рассматривать каждую новую вещь. Выполнена явно из вискозы, блуза новая, цена в весовом отделе 65 гривен. Перчатки из натуральной замши от бренда Ту, размер это L, они в черном цвете, верхняя часть немного украшена, напоминает такое кружево. В целом они в хорошем состоянии, требуют, конечно, чистки, но не понравилось мне на большом пальце такой след, как будто от клея белесый, не уверена, что смогу с этим пятном справиться, поэтому перчатки покупать не стала. Стоили они 200 гривен в отделе эксклюзив. Кошелек или даже это скорее какой-то органайзер от бренда Hotter. Это натуральная кожа. Размер, как по мне, не маленький, как для кошелька, непрактично это. И состояние с потертостями. Цена 100 гривен. Еще один кошелек, этот уже стандартного размера. Верхняя часть похожа на кожу, внутри текстиль. Бренд неизвестен, цена 170 гривен. Косметичка Ted Baker, она небольшого размера, расцветка в стиле бренда, цвет фурнитуры узнаваемый, розовое золото, цена ее 100 гривен. Платок с необычным принтом, именно он меня привлек, качество ужасно, это полиэстер, цена в отделе эксклюзив 70 гривен. Сумка в светлом коричневом цвете, из натуральной кожи, верх мохнатый, внутри приятная мягкая подкладка, это натуральная замша, качество прекрасное, мне кажется, это какая-то ручная работа, никаких опознавательных знаков нет. Цена в весовом отделе 270 гривен.
Сумка от французского бренда в сером оттенке. По форме это, наверное, больше как сумка-багет, хотя она довольно такая необычная, какая-то закругленная. Это натуральная кожа, мягкая, качественная. Состояние сумки в целом неплохое, но все-таки присутствуют следы носки. Цена в отделе люкс день завоза 620 гривен. Сумка от итальянского бренда, лаковая, цвет темно-синий, такой практически черный, не уверена в оригинальности, хотя так по ощущениям, по качеству материалов, по швам, по внутренней бирке, вполне возможно, что и настоящая. Покупать я ее не стала, есть нюансы, на подобной коже они заметны. Цена в отделе люкс 480 гривен. Интересная то ли сумка, то ли портфель. Мне кажется, это какая-то запчасть от большой сумки, потому что сзади присутствуют кнопки. По идее, она должна куда-то присоединиться. Это натуральная кожа, внутри без подкладки. Кожа очень плотная, добротная, качественная. Сумка тяжелая и цвет красивый. Состояние нормальное, цена 630 гривен. И последнее, что вам сегодня покажу, это большая вместительная сумка от бренда Redly, натуральная кожа, простой внешний вид, лаконичная, узнаваемая, но, к сожалению, с дефектами, с которыми вряд ли возможно справиться, особенно на обратной стороне очень глубокая царапина. Цена в отделе люк 710 гривен. Вот такие находки были у меня на этой неделе. Надеюсь, вам что-нибудь понравилось из того, что я вам показала. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно почитать. Как всегда, в конце видео делюсь своими покупками на этой неделе. Сегодня начну с шарфика от бренда House of Broad. Это британский бренд. Шарф выполнен из шерсти, но мне он очень нравится тактильно. Он не колючий. Нету такого, знаете, как... прям колется-колется шерсть. Нет, конечно, есть небольшое покалывание, в любом случае это шерсть. Приятная, красивая расцветка, мне очень нравится. Она такая осенняя, но в то же время довольно спокойная здесь. Светлый серый, бежевые оттенки. Опять-таки клетка, ассоциация с осенью. Хороший размер у него, стандартный. Он не маленький, небольшой. Как всегда, все замеры с фотографиями. Я оставлю в моем магазинчике в Инстаграм. Кого заинтересовал, переходите, пожалуйста, смотрите. Состояние у него прекрасное, никаких ни следов от моли, ни дырочек, ни проплешин, пятен, абсолютно ничего нет. Новенький шарф, очень симпатичный. И в любой гардероб, в принципе, он может вписаться за счет своей такой расцветки, довольно ненавязчивой. И качество хорошее. Бренд этот довольно известный, довольно качественный. Вещи он производит, поэтому покупкой, конечно, я довольна. И следующая покупка на сегодня — это мокасины от бренда Skechers. Размер здесь указан 38 европейский, стелька 25 сантиметров. Сверху так кажется, что они с сеточкой в дырочку, но нет, они не просвечиваются. Очень такие женственные, мне нравится вот эта перепонка, как смотрится. Легенькие, удобные, очень мягкая вот эта вот подошва. В них, конечно, будет очень удобно ходить. И сейчас, в принципе, как раз вот для них сезон, когда еще и не совсем холодно, но уже и не прям жара лета, как раз то, что нужно. Состояние у них абсолютно новых, мне кажется, в носке они не были. Вот такие покупки были у меня на этой неделе. Далее вам покажу, как они выглядят уже приведенными в порядок. Также приглашаю вас в мой магазинчик в Instagram, ссылка, как всегда, в описании под видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые покупки и новые находки.